Родился в рубашке. Водитель автомобиля «Жигули» не справился с управлением и перевернулся на 180 градусов, но чудом остался цел. Его машину с головы на ноги поставили уже сотрудники МЧС. Ну, он из-за поворота ехал. Быстро это, как ее, бордюр заделся, перевернулся. В воздухе машина перелетела, потом эти приехали, МЧС сейчас перевернули машину, и все нормально. Меня занесло, и чтобы не выехать на встречку, я свернул вправо. Не справился с управлением, въехал в бордюр, меня перевернуло и чуть-чуть я съехал. Все. Водитель не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности. Вот, от медицинской помощи отказался.